Дачный сезон открыт, не дремлют и воры. В целом за последние 5 месяцев произошло 14 краж в садовых обществах. И это только число зарегистрированных и только на подведомственных территориях Комсомольского ОВД. Его сотрудники отмечают, что часто воры выбирают участки без признаков активной деятельности. Полицейские уверены, что лучше всего от непрошенных гостей защитят частые посещения своих грядок, а также бдительность соседей и охранников дачного поселка. Все это стараются обеспечить в садовом обществе «Заря». Здесь в этом году, в том числе благодаря работе председателя, удалось полностью избежать краж. А вот в соседнем товариществе не все так гладко. На территории гидростроителя 1 тоже много заброшенных домиков. Соответственно, там в летний период проживают лица, так скажем, без определенного места жительства. Охрана отсутствует, так скажем, вот проблематично. Частые гости здесь и охотники до чужого добра, уже имеющие судимости за кражи. Так, пара 20-летних челнинцев орудовали на дачных участках и в 2014, и в 2015 году. Сегодня следствие по ним завершено. Дело передают в суд. В марте-апреле месяце нами была задержана группа в ходе проведенных мероприятий. Некие молодые люди вскрывали садовые домики, вот, похищали в основном электропроводку, разбирали холодильник, газоплиту, то есть где можно было забрать металл.